Здравствуйте, дорогие подписчики и гости моего канала. Меня зовут Юлиана. Как обычно, по традиции, вместе со мной заряжаем себя на самый лучший день и проговариваем такие слова. Сегодняшний день принесет в мою жизнь кардинальные изменения. Повторяем один раз и посмотрите, что обязательно в вашей жизни наступят самые положительные изменения. Ну а теперь небесное послание на 6 февраля. Добавьте красочности в каждый день. Это послание гласит о том, что каждый день жизни – это настоящее и большое приключение. Но часто мы забываем об этом. Предсказуемость, пассивность, нежелание менять привычный образ жизни – все это окрашивает жизнь в серые тона, напрочь лишая ее красочности и радости. Чтобы разукрасить свою реальность во все цвета радуги, достаточно немного смелости и оптимизма. Избавьтесь от темных гнетущих мыслей о прошлом или будущем. Они никак не помогают вам, но напротив, заграждают дорогу к счастью. Уберите подозрения и мрачность в своих думах. Не бойтесь попробовать что-то новое. Возможно, именно там вы отыщете то, чего вам так не хватало. Позвольте себе радоваться простым вещам, таким как восход солнца, аромат чая, кофе, пение птиц или прогулка на свежем воздухе. При желании вы можете добавлять яркие краски в совершенно привычные вещи, даже те, которые давно делаете на автомате. Решитесь на встречу, путешествие, кардинальную смену имиджа, не думая о мнении других людей по этому поводу. Ваши истинные желания, исходящие из глубин сердца превыше всего и не должны зависеть от внешних обстоятельств. Убрав серость и посредственность, перед вами откроется другой, возможно, абсолютный, неведомый ранее мир. И в течение всего дня обязательно повторяйте такие слова. Вселенная дает мне возможности круто изменить мою жизнь в лучшую сторону. Повторяем 7 раз, и вы посмотрите, что у вас будет море возможностей для того, чтобы изменить свою жизнь.